Сегодня Нурсултан Назарбаев ответил на самые актуальные вопросы сегодняшнего дня представителям отечественных средств массовой информации. Как сообщает моя коллега Айгуль Адилова, которая представляла на интервью агентство «Хабар», беседа получилась весьма насыщенной. Интересовала журналистов в числе многого, например, как президент оценивает готовность общества к тому, что глава государства передал часть своих полномочий правительству и парламенту, и ждать ли стране досрочных парламентских выборов. Я предлагаю посмотреть фрагмент интервью. Султан Абишевич, возвращаясь к важнейшим событиям последнего времени, принят закон о конституционных изменениях, правительство, парламент наделены дополнительными полномочиями. Теперь как? Выборы досрочные будут? Есть хорошее выражение. После новых выборов и женитьбы не всегда получаешь то, что хотел. Поэтому почему люди жаждут новых выборов? Парламент избран до 2021 года, он будет весь свой срок работать. Были затронуты вопросы сразу по нескольким направлениям. В частности, глава государства прокомментировал внешнеполитические приоритеты Казахстана. Интеграционный процесс для республики на особом месте. Нурсултан Назарбаев рассказал о перспективах налаживания интеграционных связей между странами Центральной Азии. Очень точечно президент разъяснил процесс трансформации казахстанской экономики в рамках реализации послания. На вопрос о коррупционных скандалах ответил весьма исчерпывающе. С коррупцией власть будет продолжать бороться. Без оговорок. И неумолимо. Задали журналисты вопрос о том, каково это производить кадровые назначения в высших эшелонах власти. Вы буквально недавно провели назначение на ответственные посты, и это опытные госслужащие. Но бывают моменты, когда вам приходится и убирать с высоких должностей тех, кто не оправдал ваши надежды. Вам бывает за это обидно? Знаете, самое сложное в жизни... Вот говорил об этом интересно Бухар Жирау. Ему задали вопрос, что для вас самое сложное. Он ответил, что ему трудно выступать перед народом. А мне сложно выбирать и подбирать кадры. Ошибешься в человеке или нет? Смотришь на знания и опыт.